Карельский бардак. Утро называется «Не ждали». Полный обзор всего снаряжения, рюкзаков. Что удалось интересно видеть в Карелии? Брусника. Будешь? Держи, хватай. Как путешествие в Карелии проходит из Амстердама? Холодно. Ты ожидала майскую погоду? Почти в сентябре, да? Так, мне нужно отправить. Я знаю. Сейчас мы обзор твоего рюкзака сделаем. 55 литров он, да? Да. Палатка у тебя с 13 года, да? На, держи. Не хочу больше. Там ее дофига. Почти. Что там случилось? Давай посмотрим. Что надо делать? С этой стороны надо? Надо развязать, макушку тента от палатки. От тента от палатки развязать, отвязать, да? На, поснимайте. Что удалось встретить по пути в Карелию? Как вообще? Удалось встретить три машины. Или больше. Три машины, комара, Актибальт и Вазгенвичи, да? Да. И упаковку конфеток. А куда едешь? На Вартовалу. 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 Вот товару. В Финляндии вроде была. Когда-нибудь я выучу это название. Там жить вроде. Можно пожить. Ты выбрала место по видео? Где вы остановились? Это надо смотреть. По видео непонятно. Так отвязать, да? Да, все, спасибо. Дальше я справлюсь сама. Нет, туда не надо ее загибать. Да, не надо ее загибать. Нет. Посмотрю, что надо дальше делать. Что у тебя сзади написано? Там пришел, очистил, победил. Да, вот это холодненько. Очищаем лес. А? Очищаем лес. У нас полный развал всего и вся. Дождевик, я смотрю, вот не пользованный, да? Он может пригодиться. Да. Санкт-Петербург, Мурманск, Пенки. Надо снять и положить где-нибудь. Снять и положить. Да. Вообще вот так вот, да, тен? Да, вот так. Типа просушивать его. Так? Да. Так, ну палатка без тента у нас вот такая, купленная в интернете. Да. Купленная в интернете, да? О, они тебе процент теперь должны за рекламу. Рюкзак точно не сойди. Утренняя зарядка в лесу. Упал, отжался. Растянулся. Йога. Да.
Да, расскажи что-нибудь. Что снилось? Самое неприятное вообще в походах — это ставить и разбирать палатку. Думаешь? Честно, да. Да ладно, всегда в предвкушении, когда я ее... Особенно, когда она мокрая. Может, собирать, в смысле, ее, да? Собирать и разбирать. Разбирать все, палатка так и поставил, и сразу в теплое залез, спишь там. Да, пока туда залезешь, все надо поднимать. Так, ну что, друзья, у нас почти палатка собрана, нам в путь, дорогу там. Вот. Пишите комментарии. Помаши ручкой. Помашись двумя ручками. Вау, прикольно.